Сегодня мы с вами будем мариновать шампиньоны. У меня здесь 500 грамм. Я взяла маленькие шампиньоны. Если у вас крупные, можете разрезать их пополам или на 4 части. Кладем чеснок. Черный горошком перец. 15 штук у меня. 2 горошины душистого перца. 2 гвоздички. Сахар 1 чайная ложка с горкой. Соль 1 чайная ложка с горкой. Воды 80 мл. 2 столовые ложки уксуса 9%. Лавровый лист 2 штуки. И сюда отправляем 500 грамм шампиньонов. Добавляем 5 столовых ложек растительного масла. Как закипели, 5 минут варим и выключаем. Сняли с плиты и оставляем в кастрюле до полного остывания. Маринованные грибы подойдут к любому гарниру. Они отличная закуска к любому праздничному столу.